Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу и покажу, как собрать минимум вещей в поездку на 10 дней. Перво-наперво нужно определиться с уходом для лица, и в этом случае я выбираю какие-нибудь пробники, какие-нибудь миниатюрки, либо просто использую уже давно забытые баночки. Так как это занимает очень мало места, в нашем случае это просто спасение. Не знаю, как вы, но я даже без минимума косметики не могу обойтись. Да, это может быть не очень хорошо, но на всякий случай что-то должно присутствовать. Я выбираю какие-то обычные продукты и еще несколько необходимых вещей, которые мне понадобятся в поездке, такие как духи, расческа, украшения. Также самые необходимые средства в дорогу. А также я буду брать технику. Соответственно, это беспроводные наушники. Но так как они имеют свойство садиться и не всегда возможно их зарядить, я прихвачу также и проводные наушники, GoPro, Legria Mini, ну и что-то любимое почитать. Этим осенним сезоном я выбрала для себя такие облегченные штаны. Они очень удобны за счет того, что в них нет пояса, застежек. Они просто идут на резинке. За счет этого в них очень удобно и в поездке, и на прогулке, где угодно. Классический и спортивный стиль в одном. Я для себя выбрала не слишком теплый верх, так как у меня будет пуховик. Ну и как же без домашних вещей? Ну и все, я готова к путешествиям, а с вами увидимся совсем скоро.